Все опять недовольны, один только я при успевающем настроении натер яблоки. Сейчас натерки. Анюта очень сильно хочет. Угадайте, что правильно, смотрите. Жить отдельно. Жить отдельно. Без детей я тоже хочу. Это тесто на оладушке. Не крошите. Добавляем сюда наши яблоки. Я еще одно единственное не снял, это картошку. Мясо нарезал, все, и Анюта картошку по-французски делает. Простую, спокойную, простую. Вот такое тесто она добавляет. Мука. Мука, да. Ну и запускаем, кроме теста. На оладьи молоко, яблоки, мука, яйца, сахар. Сода. И все. Сегодня еще надо посветить ноги, вот эти мариновать. Они еще застывшие. Они еще стывые, не знаю. Потом, может, ночью буду мариновать. Не знаю. Ну надо. Пусть оттаяло. Их надо на чеснок нарезать. Сейчас пока нарежу чеснок, сейчас приготовлю для них. То все. Пусть чеснок уже будет, чтобы ничего не буду резать. Ну, для чего пакеты? Надо было простую муку взять, для чего не пакеты? Я не хочу упаковку открывать, мне 3 пакета хватит, один останется. Все, короче, делает. Оладушки уже жарятся. Вон какие получаются. Ляпота, красота. Теста много, конечно. Вон, кипят, сверлят, бурлят. Вкуснятина. Вообще полная вкуснятина. Вкусно хоть, нет? Не знаю, я сейчас буду пробовать. Пробовать будет, знаешь, с чем? С вот этим вот йогуртом. Ты его просто сначала попробуй. Сначала просто ложечку попробуй. Не могу понять, что не горячая? Ну, не холодная. Странный вопрос задаешь только с плиты. Вот что-то не хватает сахарного, ну? Ну, с йогуртом-то понятно, что вкусно, а так-то что не хватает? Сахара? Ну, ты знаешь, я сладкие не люблю. Мне вот такие нормально заходят. Ты переложь хоть йогурт в эту чашку. Огонь. Перелаживаю йогурт в чашку. Съели еще по оладушке. Ребята, это мама. Похвалю свою Анну Анатольевну. Ну, вкусненький. Вообще бомба. Очень идеальный. Толстенький, большие. Она не любит большие. Но тут, видать, сдякаться неохота. И она их делает. Очень много теста. Да, и вот правильно, хоп, оладушка, оладушка, нормально оладушка. Так и все равно рвешь пополам, вот я рву пополам. Ну, она пополам рвет. Я так целый йогурт. Кстати, с йогуртом вообще тема. Вот так вот. Он у нас лежит и лежит что-то. Надо его съедать. Срок подходит. Уже подошел. Вчера еще. И вот, нормально все. Просроченный йогурт едим. Да, и чё? Здоровей будем. Картошечку вам покажу. То все вот плохо не снимал, но ничего особенного. Картошка, говядина, картошка, заливное, майонез, чуть-чуть водички, 2 яйца. Все вроде. Или еще что-то было. А соль. И все. И сверху сыр. Вкуснятина. Все, ладно. Пока мы смотрим тут видос просто. Я перехватил, короче. Анюте говорю, посиди, отдохни. Теперь я. А пусть идет. Теперь я жарю оладушки. Вот так. Вкусненькие наши. Оладьи.
это ж не это ладушек. У нас еще тесто вот немерено. Ну, тоже чуть-чуть. Ну, ага. 2-3 партии и все по 4 штучки. Вон сколько ладушек. Бомба. Сейчас на ночь глядя наедимся и спать. Все, готово. Оладьи, сколько много оладий. Совка уже уплетает, но она уплетает сметану, Анютка сделала, что прям сметана напала на сметану. Все. Сейчас будем оладушки есть. А картошка еще не готова. Оладьи будем есть, картошка пусть готовится. Все. Приятного аппетита. Не все вкратце показываю, нету времени. Все, ребятки, наелись от души. Оладушки вправду вкусные. Обычно я 3-4 съедаю. Тут штук, наверное, 9. По-любому 9 где-то съел. Что компьютер выпустил? Просто вкуснейший. Это пиздец, короче. Чего? Я убью их сейчас. Вынесли. Пусть здесь лежит. Не буду я сегодня мариновать. Сегодня я уже тоже подустал. Анютка вон со спиной опять. Нахер. Картошка сейчас приготовится и все. Поесть есть что. На утро там, на обед, на завтра. И все. Завтра уже с утра встанем, в садик отвезем. Все сделаем. Все дома одни останемся. И будем готовить. То да все что-нибудь там. Так же. Картошки, мяско замаринуем, бургеры сделаем. Уже темень, уже почти 9 часов. Так что, ну мясо еще покажу, ну, картошку эту. Так что это, вот так вот. Я там блок гружу, они мне шнур выдернули, батарейка села. 2 часа на смарку. Сейчас еще заново поставлю его грузиться. Еще 3 часа будет грузиться. Потому что он 3 должен был грузиться, 2 прошло. Еще часок оставался. Молодцы. Короче, ладно. Смотрите, какое чудо получилось. Из чудес. Сейчас наложу, покажу. Надо показать вам. Ну и поесть на ночь. Надо есть, чтобы организм хорошо спал. В итоге, что получилось? Вкуснотища. Пришел, есть невкусно. Не очень. А не то, говорит, невкусно. Будем пробовать. Не, реально, что-то не то. По сравнению с оладушками. Это какая-то херь. Невкусная картошка. Что-то не хватает, не поймешь. Вот верхушка вкусная. Ну, сыр зажаренный. Вот это невкусно. Короче, ладно. Все равно. Что приготовили туда-сюда и так. Смотреть надо. Да и все. Да и хоть что-нибудь выпускать. Завтра будет день. Завтра будет пища. Завтра будем готовиться к Совкину празднику. Завтра будем сидеть. Ну так, чисто символически. Тортик, то все. Чай. Кофе. И все. Детям компот. Ну, это все, в принципе. Я, может, выхвачу себе что-нибудь себе. Не знаю. Короче, ладно. Погнал я спать. Хотя еще не усну долго. Но в койку. Так что все. Приятно было пообщаться. Давайте. До скорых встреч. То есть, до завтра, до послезавтра.